Ультраортодоксы продолжают устраивать беспорядки в знак протеста против ужесточения борьбы с нарушениями карантинных запретов. В Бнейбраке они забросали камнями и подожгли автобус, водитель получил ранения. В результате пожара были повреждены силовые кабели, обеспечивающие энергосбережение, и часть районов города осталась без света. Также пришлось эвакуировать жителей близ лежачих домов из-за опасения угрозы взрыва автобуса. В Иерусалиме протестующие вылили бетон на трамвайные рельсы, что чуть не привело к аварии. Для наведения порядка полицейские использовали спецсредства, включая водометы и шоковые гранаты.